Коллеги, всем привет! Меня зовут Засыпкин Михаил, я эксперт по испытаниям компании Сингента. Я нахожусь на демонстрационном поле агроцентра Самара. И в этом видеоролике я хотел бы вам показать, как работает гербицид Камара в дозе 0,5 литров на гектар в посевах яровой пшеницы и ярового ячменя. Сейчас мы пойдем посмотрим, в каком состоянии у нас находятся посевы спустя 56 дней после обработки. Пойдем смотреть. Мы перешли на участок поля с яровой пшеницей, где мы применили гербицид Камара в дозе 0,5 литра на гектар. Расход рабочей жидкости у нас составлял 200 литров на гектар. Применяли мы фазу кущения культуры. Посмотрите, какие чистые посевы у нас здесь. То есть сорных растений у нас нету вообще. То есть все чисто. Чистое поле. И теперь для того, чтобы продемонстрировать разницу, мы специально оставили необработанный участок, вот справа от меня. То есть этот участок, где мы не применяли гербицид. И смотрите, какие посевы у нас находятся здесь. То есть здесь участок практически полностью заросший таким злостным сорняком, как марь, которая уже в некоторых местах переросла пшеницу. Очень много по всему участку. Теперь мы сейчас пройдем на участок с яровым ячменем, где мы также применили гербицид Камара в дозе 0,5 литра на гектар. Вот мы перешли на участок с яровым ячменем, где мы также применили гербицид. Смотрите, здесь тоже посевы очень чистые. То есть сорных растений здесь также не наблюдается вообще. И также для сравнения, мы здесь также оставили участок, вот справа тоже от меня, где мы гербицид не применяли. То есть здесь мы наблюдаем такую же картину, как и на яровой пшенице. Здесь тоже все заросло марью. Она тоже переросла уже ячмень. Вот наглядная демонстрация вам. Ну а выводы делайте сами. Друзья, подписывайтесь на наш канал полевых испытаний ВКонтакте и Телеграм. А также обязательно не забудьте записаться на посещение нашего агроцентра Самара на сайте компании Сингента. У нас есть очень много интересного, что вам показать. Всем удачи, всем высоких урожаев.